В минувшие выходные владельцы офиса, расположенного в многоэтажном доме на проспекте Ленина, заявили о необычной краже. Двое неизвестных средь бела дня похитили из помещения два гостевых дивана. Камера видеонаблюдения, установленная на здании, зафиксировала момент преступления. На видеозаписи видно, как мужчина и женщина, припарковав автомобиль, заходят в офис. Через некоторое время выносят белый диван, грузят его в багажник машины и скрываются. На следующий день эта же пара приблизительно в это же время аналогичным способом похищает и второй диван. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, кому же так приглянулась чужая мебель. А 29 марта сотрудниками охраны магазина, расположенного в торгово-развлекательном центре, была задержана девушка, подозреваемая в попытке кражи вещей. Девушка выбрала понравившийся ей товар, срезала противокражные магниты, сложила вещи в сумку и направилась к выходу. Но, завидев охрану, злоумышленница испугалась и избавилась от пакета, бросив его в магазине. Действия данной гражданки также были зафиксированы камерой видеонаблюдения. Бдительные сотрудники магазина вызвали полицейских. По прибытии на место стражи порядка выяснили, что данная гражданка еще и обокрала магазин, находящийся двумя этажами выше. Задержанная своей вины не отрицает. Ведется следствие. Этим же днем о постигшей его неприятности в дежурную часть МВД города Обнинска заявил пожилой житель Обнинска. Приехавшим на место происшествия сотрудникам полиции потерпевший показал два проколотых колеса машины. Хозяин автомобиля пояснил, что припарковал малолитражку еще в субботу днем, а утром вторника решил сесть за руль. По его словам, машину он всегда ставит на одно и то же место и вряд ли мог кому-то помешать. Стражи порядка провели все необходимые следственные действия, а позже помогли дедушке привести колеса в порядок.